Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69-400, без выходных. В зоне затопления остаются больше 1000 человек. Как сообщили сегодня в администрации, в поселке Вересники начинает круглосуточное патрулирование улиц и домов, чтобы защитить от мародеров имущество тех, кто уехал в период паводка. Патрулировать дома будут полицейские и сотрудники мэрии. Также было решено направить в затопленные районы врачей и психологов. Представители городской администрации также призывают к помощи добровольцев. Кстати, неравнодушные уже оказывают помощь. Кировчане привозят свои лодки, сапоги и даже предлагают ночлег для тех, кому некуда ехать. Те задачи, которые ставились на вчерашний день, то есть дополнительное строительство тротуар, наплавных тротуар и как в микрорайоне КМДК, и в микрорайоне поселка Красной Звезды, спичфабрики, значит, они выполнены. Но на сегодняшний день у нас появилось снова еще 4 дома на Красной Звезде и переулок Крайний. Там порядка 8 домов, точно так же их надо заполнить тротуарами наплавными. Сейчас подготовлен опять же пиломатериал, то есть ребятам на завтрашний день и на сегодняшнюю ночь работа есть. О спаде воды пока говорить рано. Паводок еще даже не достиг своего пика, поэтому от помощи кировчан отказываться не будут. Те, кто хочет помочь, могут звонить по телефону единой диспетчерской службы 64 400 и 48 400.